Привет. Сегодня 15 августа 1990 года. Советский Союз. 00:30 ночи. Часов через 5 дядя Витя проснется, сядет в машину и поедет на рыбалку. Поймает несколько рыбешек. И где-то часов 12 дня поедет обратно на дачу. И врежется в Икарус. На этом и закончится история одной из самых интересных в русском роке группы «Кино».